Здравствуйте, сегодня буду готовить закуску из баклажан. Для этого нам понадобится небольшие баклажаны, 2 штуки, грецкие орехи 40 грамм, зубчики чеснока 1-2 штуки, соль и специи под вкусу, также подсолнечное масло 1 столовая ложка. Баклажаны прокалываем вилкой и отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Измельчаем орехи как можно мельче с помощью блендера или кофемолки. Готовые баклажаны перекладываем в пакет и завязываем. Оставляем на 15 минут, чтобы они подостыли. После того, как баклажаны полежали в пакете, очень хорошо снимается кожура, даже просто руками. Баклажаны нарезаем кусочками и перекладываем в чашу блендера. Добавляем подсолнечное или оливковое масло. Баклажаны измельчаем в однородную массу. К баклажанам добавляем грецкие орехи, 1/3 чайной ложки соли, черный перец, прованские травы или любые другие, которые вам нравятся. Чеснок, пропущенный через пресс. Все хорошо перемешиваем. Вот такая замечательная закуска у меня получилась. Ее хорошо можно мазать на хлеб или также подавать в тарталетках, украсившей зеленью. Приятного аппетита! Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.